Всем привет, с вами Алексей Ваньков. Сегодня я приехал в Хамча, соседний округ. Меня пригласили на ежегодный отстрел в начале сезона на один из в одни из угодий, скажем так. Со мной безызменно Браунинг Вармин в 243-м калибре, глушитель Wildcat, амуниция Норма и оптика, бинокль и оптика GPO. Пока мы сидели, уже вышла одна косочка. Вот где-то вот так, вот тут вот. И еще одна вышла. И еще одна вышла буквально вот здесь вот она. Вот на этом участке, где-то недалеко, с детенышем одним, правда. Времени еще полно, мы сидим до 8 часов утра, поэтому я надеюсь, что что-то выйдет более-менее толковое. Значит, критерий у нас простой. Мы сегодня отстреливаем манчака, в принципе, любого. 5 сантиметров с рогами отстреливаем самца косули, 4 нагоня, 4 кончика и меньше, и самца лани, называется сёрл, то есть все, что разветвляется, но еще не уходит в лопатку. То есть если лопатка уже в ширину 4,5 сантиметра и больше, оставляем. Была изумительная ситуация, значит, вышла козочка, третья козочка вышла метров 250, начала ко мне подходить, и вдруг появился небольшой шеловичок, козлик. Начал ее гонять, вот он, начал ее гонять. Вот такой у нас шеловик, начал ее гонять, в общем, минут 5 гонял. До сих пор. Вот. Потом появился шестиконечный и еще одна козочка. Они тут побегали, попрыгали и ушли. Я думал, все. Вот, спустился, думал, пройдусь, просто гляну быстренько. Ну и получилось так, что по какой-то причине, видать, он не догнал этот шеловик, ту козочку, и вернулся. Ну что, с полем. Пойдем сейчас быстро разберем и обратно на вышку.